Здравствуйте, уважаемые женщины. Сегодня я хочу поделиться супермаской, которую я уже делаю пару лет точно. Вот. И мне все говорят, что я стала выглядеть намного моложе, подтянула свои морщинки под глазами. Уже в 30 лет у меня под глазами были гусиные лапы, очень ярко выраженные. Я сильно расстраивалась, покупала дорогие кремы, но ничего не помогало. И вот я для себя обнаружила очень хорошую маску. Ее наносить даже под глаза можно. Для этого нужны очень простые ингредиенты. Вот это вот Айкол, который продается в аптеке. Он недорогой, его нужно всего несколько капель. Я наливаю его в эту тарелочку, чуть-чуть вот так вот. Потом добавляется глицерин, тоже несколько капель. Добавляется касторовое масло, тоже несколько капель. Если у вас есть дрожжи, если у вас нет аллергии на дрожжи, тоже можно кусочек дрожжей положить сюда. Вот. И для основы обычная сметана магазина. Если есть возможность, можно на рынке купить. Она более жирная. Вот. Но я беру просто магазинную сметану. Вот. Вот этого на один раз на маску хватает. Потом я беру это все, перемешиваю. Получается вот такая желтенькая смесь. Наношу буквально на 20 минут и даже под глаза. Обычно маски под глаза не наносятся. Ну, эффект просто, я себе так нравлюсь после этой маски. И 2 дня можно ходить как королева. Ну, желательно эту маску делать 2 раза в неделю. Она питает, увлажняет и... Айкол, он вообще борется с морщинами. Это витамин А и Е, которые вообще витамины молодости. Так что делайте эту масочку, будете молодыми. До свидания.